Прыжок. Ух ты! Все. Сейчас они нас поймают, вылезай. Хана! Что такое? Столько тачек разворотило! Уходим от них. Прыжок. Нам не хана? Нам хана. Берем машину какую-нибудь. А, задел! Колену! А, мое колено! А, моя спина! Спина моя! Привет, друзья! Это канал Игорюшные Игруши. Привет! И сегодня мы в GTA будем ездить на... В разных тачках, да. Чтобы уйти от полиции. На Зиле. Ну, собственно, все как обычно. На Зиле, если найдем его, на нашей, не нашей. В общем, сегодня у нас день погонь. И пробуем понять, как долго мы с этим будем справляться. Погнали? Да. Поехали. Фу, так, ребята. Это, по-моему... Нам нужна тачка. Гелендваген, нам нужна тачка, извини. Извини, друг. Нам извини, у нас проблемы. Мы должны узнать, как долго мы на ней проедем. Ребята, у нас проблемы. Нас кто-то спрашивал, нужно ездить на гелике, попросил. Да. Но это не совсем гелик, но похоже. Кто-то из наших подписчиков. Да, не совсем гелик, но давай, поедем. Как долго мы на нем проедем? Ах ты! Что ж такое-то? Как... Ребят, а... Смотри, колесо, все. Надо менять машину, побежали. Менять машину? Мы не проедем, да. С таким колесом мы не уедем. Побежали вниз туда. Может, автобус взять? Автобус мы уже брали, да? Нам надо доехать на автостраду. Там самые гонки начнутся. О, двойка, смотри. Возьмем-ка мы двое. Смотрите, какая красивая. Это она ничья, что ли? Ну, она чья-то, но нам она опять нужна. Смотри, какая красивая, с белым салоном. Но это в реальной жизни нельзя сделать. Все-таки красивая. Нет, да. В реальной жизни это делать не надо. И, ребят, ставьте лайк, кто любит GTA 5 и кто в него играет. Погнали. Удар! А вот тут мы уже выезжаем на автостраду. Давай-ка попробуем. Ё-моё, как мы так... Прямо по встречке, давай, по встречке. Сколько продлится эта гонка по встречке? Смотри. Ай-яй-яй. Тебе ничего не слышно, на тебе наушники. А, удар. Так, все слышно стало? Да. Забыл тебе дать, извини. Мы чуть... Как мы так играем? Папа, мы чуть не врезались, потому что мы рядом со вспышкой просто проехали. Точно. Ах ты! Еще и фура. Давай аккуратно обходим это. Вот GTA 5 это моя любимая игра. Ну крутая, да, графика какая, да, ребята? Да. До сих пор актуальная игра, уже не это новая. Америка. Посмотри, что с машиной. Выезжаем на автостраду. О, это эти. Аккуратно. Удар. И что теперь? Еще! В нас бетономешалка въехала. Там витринные мельницы. Точно. Давай менять машину. По-моему, ей хана. Что возьмем? А нам хана! Что-то полиции нет. Давай-ка мы немножко ускорим процесс. Ну от полиции нам точно хана. Ускорим процесс. Ну-ка. Хана! Что такое? Столько тачек разворотило! Ё-моё! Уходим отсюда. Вот теперь полиция нас будет искать. Блин. Давай-ка возьмем-ка вот этот фургончик. А что за фургон? Извини. Фургон какой-то. Извини. Извините, ребята. Извини. Полиция уже близко. Папка, извини. Извини, полиция близко, ребята. Слышал? Сейчас. Да вы издеваетесь просто, а? Они пытаются нас сзади таранить. Ребята, вы это видели вообще? За нами полиция гонится. Кстати, смотри, полиция серого цвета. В городе... Как? А как они серого цвета? Они же этим... Давай на горку сюда. Полет. Ребята, GTA это просто класс. Давай-ка по встречке мы поедем, чтобы их запутать. Как? Ну, чтобы усложнить задачу полиции. Они же тоже должны будут по встречке ехать. Ай-яй. Выехал на дорогу. Мы специально обходим. Какие мы верткие. Обходим. Ай-яй. По встречке ехать как опасно, да, ребята? Так делать без... Ё-моё, отстань. Удар был. Ай. Еще раз. Аккуратно. Ай-яй-яй. Сколько машин навстречу. Ай. Извини, парень. Извини. Аккуратно. Обходим. Ай. Задел нас. Бетономешалка задела нас. Так. Едем о дальше. Боже, что здесь творится? Полиция подрезает, обходит. Ты слышишь это предупреждение? Нас скоро поймают. А мы не остановимся, мы поедем. Мы еще едем. Ха.
Папа, слышишь, полиция мечталась тут, да? Звук вертолета слышно уже? Да. Все, здесь уже нам точно хана. Папа, будет. Пап, знаешь что? Куда? Папа, полиция размечталась, мы не остановимся. Достали уже с этими. Смотри, мы прям по траве. Ну это жесть, это как? Вот, а в реальной жизни так мы. Надо вернуться на трассу, прыжок. Ух ты! Все, сейчас они нас поймают, вылезай. Вылезай быстрее отсюда, прыгай туда. Бежим, нам нужно срочно взять другую тачку. Та-то на боку была. Папа, GTA это просто как настоящая. Ай-яй! Берем вот эту. Гады, ё-моё! Ты слышал, да, сверху стреляют? Гады, они стреляют в нас. Это с вертолета, видел какие следы от пуль? Ёшкин кот! Быстрее убегаем. Опять удар, и здесь тоже. Да, достали уже с этими. Что ж такое-то, а, ребята? Ребята, они просто достали с этими ударами. Объезжаем. Полиция, да. Видел, полиция поменяла цвет серого на белый? Да, да замолчите уже, полицейский. Что за баги в игре какие-то? Да, гад. Поехали так. По встречке сложно ехать. Опять удар. Да что ты делаешь, а? Это они так пытаются преступников поймать. Ах ты уродина. Хочешь нас прибить? А мы сейчас тебя прибьем. Объехали круто. Да? Еще раз объехали. Блин. О, пожарная. Ты иду. Видел? Даже пожарных подключили, чтобы нас поймать. Удар здесь. Папа, полиция не может нас убить. Слушай, нам надо эту машину тоже менять, потому что скоро ее раздолбают. Она будет поганая. Давай-ка мы выпрыгнем из тачки и попробуем что-нибудь взять. Папа, нет, зачем ты это сделал? Это опасно, да, она стреляет сверху, опасно. Берем машину какую-нибудь. А, задел колену. А, мое колено. А, моя спина. Спина моя. А, берем ЗИЛ. Уходим, разворачиваемся. Ё-моё, гады, они еще стреляют. Ты посмотри, что тут происходит, каша мала. Папа, знаешь что? Ну. От этого, если стреляют, в машине можно стекло разбить. Да там можно через крышу пробить и в голову попасть. Так даже погибнешь. Поехали отсюда, опять по встречке. На, давай. Создаем проблемы полиции, давайте, ребята. Создаем проблемы. Где полицейский? Сейчас мы ему треснем. Так. Ах ты! Пап, сейчас мы ему треснем по заднице. Треснули уже, треснули, еще раз объезжаем. Еще треснем по заднице. Еще раз, ты смотри. Ремнем, поясом. ЗИЛ-то валит нормально. Смотри, опять пожарные. Блин, поехали сразу. Поехали отсюда, ребята. Поехали, гуй. Вид из кабины, друзья. Юк. Так. Поехали. По встречке тяжело ехать на ЗИЛе. С дороги. Эй! С дороги. Ты видел? Эй! Что делаешь? Ты видел, они моргают, полиция моргает. И ты желтый, чё? Красный цвет происходит. Да. Ты что, обалдел, что ли? Смотри, что с полицией происходит. Да. Прекратите вы, полиция. Так. Кто там бибикает? Не знаю, это мы, по-моему, бибикаем, да. Это уже мы бибикаем. Ты бибикаешь, на Е нажимаешь. Да. Уходим. Что-то с машиной у нас проблема, по-моему. Да достали вы. Реально достали с этими. Посмотри, все, машине конец. Поздравляю, нам хана. Видишь, все, колесо не крутится. Да заткнитесь, полицейские. Они вот наконец отстанут от нас, папа. Посмотри, что происходит. Колесо застопорилось. Надо уходить. На, полицейский. Надо уходить куда-нибудь. Поганый. Надо уходить куда-нибудь. Ищи какую-нибудь расщелину, чтобы свалиться. Не знаю. Блин, нам хана. Где обрыв есть? Ищи обрыв. Папа, нам хана. Вот обрыв есть. Давай здесь спрыгнем. Уходим от них. Папа, нам не хана? Нам хана. Ну что, ребята, вот такая сегодня погоня тяжелая была. Долго мы сопротивлялись, но... Вот такая крутая погоня. ЗИЛ долго ехал, но все-таки мы не справились. А это возможно прыгнуть на бок и умереть? Наверное, возможно. Это возможно, поэтому в жизни это делать нельзя. До новых выпусков, друзья! Пока-пока, мальчики и девочки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорюшина Игруша. Заходите на мой инстаграм. И до новых... Выпуска. Пишите, на каких тачках гонять. Пишите.